Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Амшик Шара». Сегодня в программе центристов стало больше. Учреждена новая политическая партия «Демократическая Абхазия». Итоги курортного сезона. Специальный репортаж программы. Праздник к нам приходит, что ждет жителей столицы в новогодние дни. Президент Рауль Хаджимба провел встречу с представителями политических партий и общественных организаций Республики Абхазия, сообщает официальный сайт президента. На встречу были приглашены представители различных общественно-политических сил страны, в том числе и оппозиции. Рауль Хаджимба выразил сожаление в связи с тем, что представители блока оппозиционных сил не откликнулись на приглашение. Президент сообщил присутствующим о том, что в целях развития диалога в обществе и дальнейшей демократизации политической жизни в ближайшее время им будет принято решение о создании политического консультативного совета, совещательного органа общественно-политических сил для выработки предложений по широкому кругу вопросов развития Абхазии. Участники встречи поддержали создание политического консультативного совета как важного канала выражения и согласования позиций и идей. Двери для участия в работе политического консультативного совета открыты для различных политических сил страны, подчеркнул Рауль Хаджимба. Сегодня в Москве состоялось 11-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Абхазии Артура Мигвабия и заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина. На заседании была принята инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы в новой редакции. Уточнены мероприятия, сроки, объемы и их финансирование. Как сказал журналистам после заседания Межправкомиссии Александр Хлопонин, Россия планирует в 2016 году инвестировать в Абхазию 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Премьер-министр Республики Абхазия Артур Мигвабия и губернатор Орловской области Вадим Потомский подписали план мероприятий по реализации протокола рабочих переговоров делегации Республики Абхазия и Орловской области о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на 2016-2018 годы. Рабочая встреча состоялась в посольстве Республики Абхазия в Москве. Документ направлен на развитие импортозамещения, производственной кооперации, открытие новых предприятий и рабочих мест. В частности, в настоящее время рассматривается возможность создания на территории Орловской области Орловско-Абхазского торгового дома. В импортозамещении важным шагом станут совместные проекты по переработке сельхозпродукции, поставке абхазских продовольственных товаров, древесины в Орловскую область. Договоренность о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества была достигнута в июне 2015 года президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба и губернатором Орловской области Вадимом Потомским. О встречах в Москве с послами Сирийской Арабской Республики и Палестины, о визите абхазской делегации в Республику Сербскую и о ходе женевских дискуссий рассказал сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Вячеслав Чирикба. Подробности в репортаже наших корреспондентов. По словам министра иностранных дел, в ходе встречи с послом Сирийской Арабской Республики, прошедшей в Москве, Вячеслав Чирикба рассказал о крупнейшей гуманитарной акции Абхазии, когда в нашу страну был осуществлен приезд около 500 сирийских беженцев. Посол Сирии в России Риад Хадад с интересом воспринял эту информацию и высказал пожелание приехать в Абхазию с тем, чтобы пообщаться с соотечественниками. Обсудили вопросы двусторонних отношений. Поскольку идет война, очень трудно говорить о каких-то реальных проектах, каналах связи или взаимодействия. И тем не менее у нас есть диалог на политическом уровне, с посольством, по крайней мере. Вот. И также у нас есть диаспора, да, в Сирии, мы через нее тоже общаемся с руководством. Рассказывая о встрече с послом Палестины, к слову, независимость которой накануне признала Греция, Вячеслав Чирикба отметил, что есть целый ряд направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Очень важно для нас наладить отношения с этой страной. Здесь есть целый ряд направлений взаимодействия. Это и бизнес, экономика. Палестина очень активно развивается в области услуг, сферы услуг, промышленность у них есть. Затем в области образования. И мы думали также о
контакт между городами, то есть муниципалитетами. Был контакт уже с ректором университета и возможное соглашение между АГУ и палестинскими университетами. Вячеслав Черегва рассказал о поездке абхазской делегации в ряд европейских стран – в Сербию и в Боснию-Герцеговину, в Республику Сербскую. На встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, которую Черегва охарактеризовал как теплую и дружественную, обсуждался комплекс проблем, связанных с взаимоотношением двух стран, и вопросы, которые могут быть решены сообща. Это и контакты на политическом уровне, и совместные экономические проекты. Республика Сербская – достаточно развитое государство. Там есть сельское хозяйство, там есть обрабатывающая промышленность, там есть животноводство, очень много мяса они производят. То есть то, что, в общем-то, может быть нам полезно, учитывая наш такой курортный потенциал. Вот. Их заинтересовали наши субтропические культуры, цитрусовые и другие, а также морская рыба. Вот. Там есть порт, вы знаете, в Боснии и Герцеговине, и можно вполне общаться по морю. Черегва сообщил, что ожидается визит президента Республики Сербской в Абхазию. Касаясь прошедшего 36-го раунда женевских дискуссий, министр иностранных дел Абхазии отметил, что в главном вопросе о неприменении силы прогресса нет и прорыва не ожидается. Грузинская сторона не готова обсуждать даже промежуточное соглашение о приверженности сторон к неприменению силы. Вместе с тем Черегва отметил хорошую работу в плане гуманитарного сотрудничества. Это вопросы, связанные с возвращением культурного наследия, поиска пропавших без вести, обсуждается экологическая программа экспертной помощи Абхазии в борьбе с огневкой. О необходимости снятия барьеров дискриминационного характера, связанного с непризнанием абхазских документов, аттестатов, дипломов об образовании, паспортов и других документов, абхазская сторона заявляет уже несколько лет. Однако вопрос остается нерешенным. Страны-участники женевских дискуссий ссылаются на то, что каждая отдельно взятая страна вправе принимать решение о признании документов. Мы подняли вопрос, который наиболее животрепещущий, для нас наиболее важный. Это вопрос визовых ограничений для наших граждан со стороны стран Евросоюза. Мы прекрасно знаем о том, что это политика, целенаправленная политика грузинских властей по изоляции наших граждан, которая полностью поддерживается странами Евросоюза. Мы об этом четко заявили в ходе переговоров. Естественно, грузинская сторона и европейские партнеры опротестовывали наши такие вот заявления, но тем не менее мы не получили никаких разумных ответов относительно того, почему наши граждане не допускаются в страны Евросоюза. Завершая пресс-конференцию, Вячеслав Черегва подчеркнул, что в целом доволен результатами поездок абхазской делегации. Появились новые лица, новые контакты и связи, которые имеют большое значение для Абхазии, и мы будем продолжать развивать их, резюмировал министр. Амрамич Бабислан Джинжоля, Абхазское телевидение. В нашей программе сегодня интервью с министром иностранных дел Абхазии Вячеславом Черегва. В Абхазии создается еще одна центристская партия, на этот раз Демократическая Абхазия. Сегодня в Сухуми состоялся учредительный съезд новой партии. Ее председателем избран Астамур Логуа. Делегаты съезда избрали политсовет партии из 11 человек. Репортаж Ренаты Шакая. На учредительный съезд политической партии собрались делегаты из Чимчиры, Сухума, Сухумского, Гудаутского, Гагарского районов. Делегаты единогласно проголосовали за учреждение партии «Демократическая Абхазия». Председателем партии избран Астамур Логуа. Открывая съезд, руководитель Гудаутского отделения, заместитель председателя партии «Демократическая Абхазия» Баграт Цыжба выразил уверенность, что они сумеют наполнить название партии реальным смыслом. Партия намерена выдвинуть своих кандидатов в законодательные органы власти. Немного банальным может показаться такое название для партии в наше время, но мы уверены, что сможем наполнить название реальным смыслом и делом. В современном мире принято считать примерами демократического устройства такие государства, как США, страны Старого Света, но молодому абхазскому государству тоже есть чем похвастаться. Мы по праву можем гордиться весьма продолжительной и древней историей абхазской народной демократии. В Абхазии всегда была свобода вероисповедания, свобода передвижения, свобода выбора места жительства, свободное землепользование и природопользование, решение спорных вопросов народным собранием. По словам председателя партии Астамура Логу, команда партии – это симбиоз молодости и опыта, объединенный желанием построить демократическое, процветающее, комфортное для проживания государство. Среди приоритетов партии – изменение принципов формирования парламента, создание общественного совета при Министерстве внутренних дел страны, как совещательного органа, проект кадрового резерва республики. У нас нет врагов ни на левом, ни на правом фланге.
Мы готовы к сотрудничеству с теми, у кого государственный интерес стоит на километры впереди от личного. Мы хотим созидать. Мы не делим современную историю Абхазии на какие-то десятилетия. Мы народ-победитель. Наша общая задача – повышение эффективности государства, в том числе и через реализацию нашего партийного проекта, который должен обеспечить стратегическое планирование, модернизацию системы государственного стратегического планирования. Среди программных предложений партии – создание фонда стимулирования и финансирования рождаемости при президенте страны. Источником пополнения фонда, по словам Астамура Логуа, может стать, по мнению членов партии, специальный налог со сделок купли-продажи недвижимости. Следующим шагом в решении демографических проблем партия считает создание материнского капитала. Рената Шакая, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Время подводить итоги туристического сезона 2015 года. О том, каковы его результаты, состояние туристической отрасли, качество предоставляемых услуг, в чем заключается концепция развития туристического сектора Абхазии. Об этом и многом другом в специальном репортаже Елены Лолуа. В 2014 году Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений по числу выездных туристских поездок россиян. Об этом говорится в статистических данных Росстата. Данные 2015 года пока не опубликованы, но судя по большому наплыву туристов в этом летнем сезоне, республике удалось удержаться в этой пятерке. В Абхазии побывало более 1 000 000 отдыхающих из России. В этом году, по нашим подсчетам, по грубым подсчетам, конечно, к нам приехало с целью отдыха, имеется в виду те, которые отдыхали в Абхазии, ночевали хотя бы один день, около 700 тысяч туристов, и около 600 тысяч туристов к нам приехали с целью экскурсий, однодневных экскурсий. В общей сложности в Абхазии побывало за короткий курортный сезон, 3-4 месяца, от 1 300 000 до 1 400 000. За один курортный сезон бюджет Абхазии получил до 350 миллионов рублей. Это на 100 миллионов больше по сравнению с прошлым годом. Полностью специальный репортаж Елены Лолуа смотрите сразу после новостей. Сегодня в Сухуми на стене дома, где жил известный абхазский писатель и общественный деятель Алексей Дженя, была открыта мемориальная доска. Решение об открытии доски принадлежит Союзу писателей Абхазии. В мероприятии участвовали писатели, представители общественности, родственники Алексея Дженя. Алексей Камугович Дженя – личность, безусловно, яркая и многогранная. Его произведения отличались особым стилем, не характерным для советской литературы. Лучшие произведения Алексея Дженя пополнили золотой фонд абхазской литературы. Друзья и родные, все, кто присутствовал на митинге и был лично с ним знаком, делились своими воспоминаниями, рассказывали о его литературной и общественной деятельности, человеческих качествах. Это был замечательный писатель со своим почерком, со своим стилем, узнаваемым. Его проза была не характерна для советской литературы, сюрреалистической. Он искал новые формы. И он смог умело, поскольку владел словом виртуозно, описать какие-то стороны, грани абхазской жизни новым языком. Его книги издаются, его читают, его помнят. Алексей Камугович Дженя родился 21 февраля 1930 года в селе Чандара Гудаутского района. Закончил Тбилисский государственный университет и Московский литературный институт. Работал в редакциях газеты «Абсныг», журнала «Алашера». Был главным редактором государственного книгоиздательства «Абхазии». Алексей Дженя был активным участником национально-освободительной борьбы абхазского народа и всех общественно-политических событий в Абхазии. У Алексея Дженя две дочери – внучки и правнучки. Все они присутствовали на мероприятии. Мемориальную доску открыли правнучки писателя. Алексей Дженя ушел из жизни 7 июля 1998 года. Память о нем, хранящаяся в сердцах родных и друзей, теперь также будет увековеченной на стене дома, где он жил последние годы, в виде мемориальной доски. Сария Смыр, Беслан Чхенджерия, Абхазское телевидение.
2016 год не за горами. Этот праздник один из самых долгожданных. Новые надежды и вера в волшебство. С такими ощущениями люди прощаются со старым и встречают Новый год. Как готовиться к празднику горожане и что интересного предложат столичные власти жителям и гостям Сухума, выясняла наш корреспондент Нала Мукба. Главный символ 2016 года – обезьянка. Это животное умное, интересное и в чем-то похожее на людей. Только посмотрите, как они хватают любимые ими бананы. Как считают астрологи, в новом году успех ждет людей, отличающихся такой же решительностью и изобретательностью. Составление меню, закупка продуктов, словом, предновогодняя лихорадка уже началась. Как бы каждый из нас не пытался подготовиться заранее, все же именно в последние дни на рынке и в магазинах наблюдается особенный ажиотаж. Что вы обычно готовите для праздника? Чем радуетесь? Ну, салаты, как обычно, все, что-нибудь новенькое, если узнаю там с интернета. Конечно, и гости будут, и... Пусть приходят все. Очень модно и актуально вот эти вот веточки с гранатой, с шишечкой. Вот эти вот цветочки всякие разные. Это вот в этом году в пик все прям расхватывают. Удачи, здоровья и мира, и согласия везде, всех народов и национальностей. Новый год – семейный праздник. Его принято отмечать в кругу самых близких людей. Поздравления президента и долгожданный бой курантов. А после 12 часов ночи жители столицы ждут на улице. Праздничная программа в Сухуме насыщенная. Администрация города уже несколько месяцев готовится к тому, чтобы сделать Новый год незабываемым. Мероприятие, как говорится, на любой вкус и цвет. Но, конечно же, организаторы лишь приоткрыли завесу сюрпризов, готовящихся к празднику. Мероприятия будут проходить в основном в нашей главной елке на площади Свободы. Участвуют различные коллективы средних общеобразовательных школ, а также музыкальных школ, студия «Орликино», а также будет благотворительная акция компании «Премиум», будет праздничная программа с отдачей подарков. Ну а 31 числа мы всех ждем. Час ночи, в хорошем настроении всех горожан. Мы ждем у главной елки. Будет праздничная программа со всеми сюрпризами и праздничный фейерверк. Главная красавица праздника уже установлена на площади Свободы. Горожане приходят сюда вместе с детьми, чтобы окунуться в предновогоднюю атмосферу. В праздничные дни в театрах столицы также ждут своих зрителей, особенно маленьких. Для них актеры подготовили новую программу. В Абхазском драматическом театре готовят классическую постановку по пьесе Островского. Внутри самой сказки очень много волшебства, очень много превращений всякого рода. И немножечко актеры и летают по сцене. Конечно же, есть сюрпризы. Сказка очень красивая, добрая, позитивная, положительная, динамичная. Она с посылом на добро. И я думаю, что фееричное появление елки в конце, в финале спектакля, я уверена, что произведет массу хороших впечатлений. В русском театре ставят собственную постановку. В качестве героев пьесы разнообразные персонажи сказок. Такое новаторство, по словам режиссера, должно произвести впечатление на зрителя. В этом году у нас такая так называемая космоелка. Это история про то, как космические пираты, вредные, злые, хотят украсть посох Деда Мороза, и чтобы испортить праздник нашим детям. Но, однако же, есть добрые силы, которые препятствуют этому. В итоге... Добро побеждает зло. 8-летняя Анна пишет письмо Деду Морозу, а родители позаботятся о том, чтобы послание было доставлено адресату. В канун Нового года на чудо надеются не только дети. В добро и сказку хочется верить каждому из нас. Впервые в Абхазии в преддверии праздника пройдет масштабная благотворительная акция в поддержку многодетных семей и социально незащищенных слоев общества, чтобы подарить радость детям, а взрослым – веру в добро. В акции примут участие несколько благотворительных организаций. Среди них фонд «Кяраз». Его сотрудники уже собирают подарки для своих подопечных. В списках более 168 семей. Мы запустили акцию «Асер Хамтас», «Подари чудо» называется. Мы планируем собрать подарки для детей из многодетных малоимущих семей. В основном мы охватываем Ачимчирский район, Гулырипшский район и немного Сухумский район. До Гудаутского района мы еще как бы не дошли.
и до Ткачальского, в принципе, тоже. Вот. Также мы планируем 30 числа привести всех сельских детей, которые являются нашими подопечными, на елку, которая будет проходить в Абхазском государственном драматическом театре. Невозможно представить Новый год без подарков. На прилавках магазинов множество разнообразной продукции, но хочется чего-то необычного, и тут есть выход. Арт-маркет может быть полезен для тех, кто хочет порадовать своих близких особенными подарками. На ярмарке-выставке, которая пройдет в столице в предновогодние дни, свой хендмейд представят мастера-умельцы. 26 и 27 декабря в городе Сухум во Дворце спорта имени Сергея Васильевича Багапш состоится новогодний арт-маркет и первая общегородская ярмарка еды. Сейчас самое важное для нас – это то, что нам удалось собрать коллекцию уникальных и интересных авторов, создающих оригинальные и необычные вещи, которые помогут сохранить тепло ваших сердец, когда вы будете дарить их своим друзьям и близким. Мечты горожан о снежной зиме, возможно, сбудутся. 31 декабря и в первые дни Нового года, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Такая погода не должна помешать мероприятиям в городе, а наоборот, поможет создать новогоднее настроение. Нала Мукбар, Туркаландия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 10-12 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.